Ну что, ребятки, давайте сдвинем ледники с места. Это у нас Эндрю Сарх, пещерный представитель кайнозойской эры. А сражаться за его открытие нужно тому, кто не успел этого сделать, в общем-то, в подводном царстве. И так. Трун-турум-пурум-пум-пум. Эдестус. Бананагмиус. И умунозаврик пусть будет. Так, Эдестус намного крупнее получается. Вот ее. Ну, нам тут предлагают продолжить. Давайте продолжим. Хотя мы еще и ничего не начали. На самом-то деле нужно подождать, чтобы завалить его за один двойной удар. Так, он подменился. Это подмена. Так, банане. Блин, нет, не порешаем мы ничего, ребята, с вами. Мало у нас силей. Платозавр, это же у нас танк. Как апатозавр. Так, ну думаю, теперь уже можно что-то нарешать. Ну давайте на 4. Отлично. Идеальный удар. Он отвечает нам тем же. 4. А что так много? Неужто ли за 2 не хватало? Ну ладно. Вот это... Так, не знаю, зачем я поставил защиту, но пусть будет. Банани. Блин, сила удара какая была, да? Что жизни, что удара. Так, ребёшки, они примерно одинаковые, да, по размеру? Прощай. Так, ну, разобрались. Так. Давайте дальше посмотрим. Так, дальше нам предлагают брать пещерных. Давайте вот такого возьмем, И Эдестус пусть будет. Смело можно атаковать. Шаровый удар. Давайте еще раз. Фокус не прошел. Может, да. Ну, я так подменюсь, потому что его не жалко. Его задача была справиться только с Бананагниусом. А то, что его сейчас завалит Генодус, как-то меня не печалит. Ему как раз нужно потратить... Не, не может 3. Ему нужно было 4 балл, ему нужен был. Ну, мы вот так сделаем. Хотя можно было проатаковать на по полной. И как раз бы у нас хватило, я бы его смог завалить. Так, сейчас мы одну черепашку отправим и вторую отправим. Раз, два, три, раз, два, три. Ну, один балл был лишний, но так, нам ничего особо не угрожает, потому можно подурачиться. Дэвид Джонс выходит на охоту.
И последний наш бой, ребята. Наш последний бой, так. Кем бы посражаться? Ну тут, извините, ребята, выбор-то небольшой. У нас соперники-то посильнее, чем вот эти вот все ребята. Потому как-то, ну вот это, ну взять разве что на мясо вот. Пока гигант, он подменится на умунозавра сразу же. А у монозавра нам нужно выносить чем? Бананагмиуса. А бананагмиуса выносить чем? Ну, пусть будет плотозавр. Нужно будет, кстати, отдельно. Пойдем и подеремся, ребята. Пойдем и подеремся более слабыми динозаврами. Например, супер редкими. То я тоже, конечно, за ними соскучился очень. Эти все супер редкие, редкие, короче, легендарные, виповские уже всем надоели, наверное. Так же, как и мне. Ну, ладно. Прощай, мой друг, наверное, стиксозавр. Я, кстати, собирал скелет эласмозавра на игрушечном канале, так что, кому интересно, загляните. Вот он по длине, вот такой же самый, длина шеи был. Жаль, что приходится сейчас бить два удара. Очень жаль. Почти хватает одного. 300 баллов. Он сейчас, наверное, ну, может проатаковать, но хотя нежелательно. Ну, полностью открылся, я его за один удар завалю сейчас платозавра. Один, два. Ну, банане будут по нам очень слабо бить, потому нет смысла ставить что-нибудь в защиту. Ну, неплохо. На самом-то деле. За 4 удара легко бы нас завалил. Ну, чистых 4. Но не сегодня. И вот наш Эндрюсар. Сейчас давайте пойдем на него глянем, да? Эндрюсар. Он у нас находится вот здесь. И вот это он. Вот такой вот прикольный он. Как из какого-то мультфильма. Ребята, кого он вам напоминает? У него такая, конечно, реально длинная челюсть. Просто капец. Может, кого-то из ледникового периода, например, или из мультфильма «Мадагаскар». Так, ну, а мы тогда пойдем еще нырнем. А, вообще-то, зачем нам? Нам не сюда, нам вот сюда. Вот сюда нам нырнуть. Нырнуть нам вот сюда нужно. Так, и давайте кого-то выберем. Ух ты, давайте возьмем Бакулита. Нет, у кого побольше жизни. Вот такого против него будут брать пещерного. Против пещерного нам нужен Геозавр с сильнейшим ударом. И, блин, я хочу Бакулита. Давайте Бакулит. Против него возьмут водного, там будет его прикрывать рифовый и еще один геозавр. Бакулит нарисован, прикольно, картинка интересная. Менялась или нет? Ну, он подменится на длинношеего. Так, вот наш Бакулит. Зачетно выглядит. Аналогию спускнет на его примере. Да ты, ё-моё.
поставил таки в защиту. Какая ракушка красивая. Сто пятьдесят три. Отлично. Хотел сказать леоплевродон. Нет, плезиозавр, но очень похож. Плезиозавр. Прошу прощения. Давай, меняйся. Вот гаденыш. Наваляют нам сейчас, ну ничего страшного, для профилактики. Ударил на 3 из 4, ребята. Да. Ну, мне нужно бить 4, ребята. Мне нужно бить 4. Ну ладно, пусть он сейчас бабахнет по нам. Вот смотрите, 3. Я его даже не убил. 4. Ну давайте просто его убьем, да и все. Ну, мне все равно не хватало баллов, чтобы от него защититься. Давайте, последний пируэт. Ух ты, красавчик. Так, появился длинношей. И навалил нам люлей. 7 ударов. Хотя, блин, что-то я не подумал, что у него такой слабый удар. Ну, знатоки, ребята, кто там посчитал? Можно ли было выкрутиться вот в последнем бое? Если бы я поставил хотя бы один в защиту, я бы, наверное, выжил, да? Прикольно получилось. Ну ладно. Мы тут ни за что не сражались. Мы просто получали удовольствие. Так, с реальным игроком, ну вот пусть хоть игрок порадуется. Не все время же побеждать, нужно для разнообразия и проигрывать. Ну что, ребятки, на этом все. До скорых встреч.